Несмотря на то, что тренировки и многие другие спортивные мероприятия из-за ограничений, связанных с COVID-19, сейчас не могут проходить в полном объеме, Даугавпилское управление спорта работает над тем, чтобы летом у детей и подростков была возможность посещать спортивные лагеря. На городских спортивных базах планируется организовать 6 круглосуточных и 8 дневных лагерей для 1170 воспитанников спортшкол. Однако точное количество участников станет известно только после того, как правительство официально утвердит все условия организации лагерей. Тогда же сможет начаться регистрация. На данный момент нормативно база до конца не принята, и поэтому мы ждем решения правительства, которое ожидается сразу после праздников, майских праздников, государственных праздников. Но мы эту работу начинаем заранее, потому что процесс регистрации и оформления детей в детские спортивные лагеря занимает довольно-таки длительный процесс. И чтобы нам успеть к 1 июня запустить, мы начинаем немножко раньше. Но, еще раз подчеркну, нам надо дождаться официального разрешения правительства. В этом году регистрация участников пройдет иначе, чем прежде. Необходимо будет пройти электронную регистрацию на домашней странице управления спорта daugavpilsports.lv. Эта система очень нам поможет оперативно взаимодействовать между структурами самоуправления. Это социальные службы, спортивными школами и спортивным медицинским центром. В результате мы сможем более быстро обрабатывать все заявки родителей, чтобы максимально облегчить работу родителей по оформлению ребенка в спортивный лагерь. Вам не надо будет бегать по кабинетам, собирать эти справки, приносить в одно учреждение, в другое учреждение. Это все можно сделать в электронном виде. Стоимость путевок с прошлого года не изменилась. В дневных лагерях она будет 50 евро, а в круглосуточных 96 евро. Для ребят из малообеспеченных и малоимущих семей предусмотрены льготы. Специалисты управления спорта обращают особое внимание на то, что в этом году после регистрации, за 10 дней до начала смены, родители должны будут непременно прийти в управление спорта для заключения договора, имея при себе распечатанное платежное поручение. Родители, у которых есть электронная подпись, смогут подписать договоры в электронном виде. Родители призывают следить за информацией и перед регистрацией ознакомиться с подробной инструкцией, которая вскоре будет опубликована на домашней странице управления спорта. Сюжет подготовил отдел общественных отношений и маркетинга Даугавпилской городской думы.